В Воронеже введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Ранее Министерство обороны России заявило, что в ночь на вторник над Воронежской областью было сбито 5 украинских дронов, перехвачено 3, а над Белгородской областью перехвачено 4 беспилотника. Губернатор Воронежской области сообщил, что повреждены 35 квартир в жилых домах. В результате падения обломков пострадала 10-летняя девочка. Ей оказана медицинская помощь. О сбитом украинском БПЛА заявил губернатор Брянской области.